Здравствуйте. У многих стоит вопрос, чем заняться зимой. Вот мне тоже такой вопрос часто беспокоил. Но всегда можно найти работу. Так как у меня есть виноградник, и мне летом придется укрывать от ос грозди винограда, чтобы они не вредили его, то я продолжаю дальше шить мешочки для укрытия виноградных гроздей от ос. Вот такие мешочки я уже нашил. Вот эти мешочки большие, 24 на 45. Это мешки из вот такой ткани. Ткань вот эта идет обыкновенная шторка, которая вышла из строя. На двери была шторка. Ширина этой шторки 50. На 4 часа ее раскраиваю. Как раз получается она на где-то 45-46 сантиметров на 50. Здесь уже идет обрамление такое. И уже готовы завязки. Мы сюда их втягиваем. Вот такие затяжечки. Сюда гроздь мы мешочек прячем от ос и потом затягиваем. Вот так берет, раз, хорошенько и быстро вот затягивает. Хорошо, вот назад освобождается эта веревочка, очень удобно. И еще можно использовать вот такая сетка. Сетка от насекомых на окна и двери. Это брал в супермаркете, она немного стоит, 20 рублей, по-моему, 150 на 70 сантиметров размер. Качество ее хорошее, мне понравилось качество. Белоснежно раз, и во-вторых, ни мураши, ничего не залезет. Тоже хорошее. Но, конечно, качество вот этой синей сетки лучше. Она легче будет прошиваться швы, и тут уже обрамление сразу есть по краям. Это большой плюс. Итак, приступаем к пошивке этих мешочков. Сейчас вот эту ткань я разрежу на 4 части. В частоте получается 45 на 25 где-то. И пошли. Вот такие мешочки получаются у нас из данной выкройки, которая идет 44 на 50. Вот хороший мешочек. И вот так сшиваем. И потом этим мешочком будем укрывать грозди винограда в летний период времени. Защищать их от ос. Вот как выглядит данный мешочек. На узелочек вот затягиваем. И теперь каждый может найти работу в зимний период времени. В данном случае пошил мешочку для защиты гроздей винограда от ос. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, и получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.